Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет такой небольшой болтательный влог. Хочу создать вам осеннее настроение. Для этого я покажу иллюстрации и книжки, которые я бы хотела затронуть сама в этот хэллоуинский сезон в октябре. Также я расскажу о своих дальнейших планах, какие видео я планирую выпустить. А также покажу вам некоторые свои коллекции. Меня очень много раз просили в комментариях показать, что я коллекционирую. И как раз таки сегодня я вам покажу какую-то часть, не все, естественно, но какую-то часть, которую мне удалось пока что снять. И начну я с того, что мне... какое-то просто безумное настроение красить ведьмочек от Энис. Поэтому я взяла, собственно, все раскраски, которые у меня есть от Энис. И планирую красить ее ведьмочек. Я еще не выбрала, какую иллюстрацию я хочу покрасить. Так как у Энис мне нравится довольно много персонажей. Но у нее просто потрясающие готичные ведьмочки. В этой раскраске у меня, по-моему, есть наметки на вот эту вот девушку. Это, конечно, не совсем ведьмочка, но мне кажется, что это довольно-таки хэллоуинская иллюстрация. Мрачненькая, темненькая. Вот эта ведьмочка тоже классная. В общем, я еще не определилась, но безумно хочется красить Энис. И в моей книжке распечатки есть несколько девочек с тыковками. Например, вот эта вот небольшая иллюстрация. Вот такая вот ведьмочка. В общем, ведьмочек здесь тоже хватает. Далее попробую затронуть раскраску Cute and Creepy. Мне, например, нравится здесь вот такой вот суккуб. Но я не уверена, что буду затрагивать разворот. И вот такая вот Малефисента еще мне нравится. Тем более у меня уже есть даже идея для фона. И иллюстрация, мне кажется, не такой уж и сложной. В общем, эта раскраска, по-моему, идеальна для Хэллоуина. Далее очень хочу затронуть одну из раскрасок про сестер-ведьмочек. Это какой-то стыд и позор, что у меня их три и ни одна не начата. С другой стороны, в прошлом году они не успели ко мне прийти к Хэллоуину. Во время всего остального года я просто не очень хотела красить хэллоуинские картинки. Не знаю почему, видимо, у меня не было настроения. Картинку я, естественно, не выбрала еще, буду смотреть под свое настроение. Но какая же здесь атмосфера Хэллоуина? Просто невероятно классные иллюстрации, милые, простые. Особенно мне нравятся вот такие вот картинки с деталями, потому что вот в них как раз-таки больше всего показано Хэллоуина. Далее тоже стыд и позор мне. Это куча раскрасок с ведьмочками от Coco Lio. И надо бы хотя бы одну уже какую-нибудь начать. Но здесь такие шикарные ведьмочки, что выбрать очень и очень сложно. На самом деле, я думаю, что мне больше всего нравится именно вот эта раскраска. Но тут, конечно, не везде есть ведьмочки. Тут местами и предметы, и животные. Но рисовка очень классная. Далее распечатала себе вот такую вот картинку с девушкой-кошечкой, поедающей глаза. Очень мне нравится эта картинка. Очень классный взгляд у девушки, такой хищно-опасненький. И еще я планирую попробовать новую бумагу и раскрасить здесь картинку от Лены Буртасовой.
Так, здесь, наверное, плохо видно. Вот покажу, как она смотрится на белой бумаге. А здесь такая девушка с кучей-кучей тыкв. Итак, вот такие вот у меня планы на Хэллоуин. Но теперь я покажу вам процесс раскрашивания одной из ведьмочек от Энис. Я начинала красить эту ведьмочку на встрече колористов. Поэтому прошу прощения за качество съемки и освещения. Приходилось работать в тех условиях, которые были в антикафе. Про свои планы на Хэллоуин я вам уже рассказала. Ну а теперь я бы хотела рассказать о том, что планирую выпустить в ближайшее время на своем канале. Я придумала такой марафон, который поможет мне и затронуть больше раскраски из моей коллекции, и затронуть раскраски, которые я долгое время все никак не могу взять по причине того, что не то, что они мне не нравятся, а потому что меня пугает в них что-то. И поэтому я придумала для себя такой марафон под названием «Выход из зоны комфорта». Смысл этого марафона в том, чтобы брать иллюстрации, которые для меня не являются комфортными, которые я обычно стараюсь не брать. Примера это, например, иллюстрации Ханны Карлсон. Потому что я не знаю, как их красить. Мне тяжело понять, как к ней поступиться. Я не очень люблю, когда много-много деталей. Также я не крашу по палитре. И не крашу, например, мандалы и паттерны. Собственно, смысл марафона будет в том, чтобы взять, например, иллюстрацию Ханны Карлсон, иллюстрацию, где есть множество деталей, такие как, например, у Джоанны Бесфорд, и, например, взять какую-нибудь иллюстрацию, где изображена мандала, так как я их тоже не люблю. И таким образом я подстегну себя выйти из зоны своего комфорта, подстегну начать раскраски, которые давно лежат, потому что я боюсь, собственно, начать их из-за того, что это не совсем комфортное для меня условие. Поэтому я надеюсь, что этот марафон все-таки выйдет, что я смогу пересилить себя. Но это будет уже после Хэллоуина. Далее, вдохновившись одним из зарубежных колористов, а именно Эмберли Силенсия, которая не так давно выпускала видео под названием «List of Shame», где она показывала раскраски авторов, которые она так ни разу и не красила. Я вдохновилась и решила также для себя придумать марафон под названием «List of Shame». Перевести это можно как список вещей, которых я стыжусь. И, собственно, идея марафона заключается в том, чтобы взять авторов, книг которых у меня больше одной. Например, книги Коковая, у меня их очень много. Книги Терезы Гудрич, книги Камелии Анжелковой. У меня их много, но при этом ни одной иллюстрации от этих авторов я так и не раскрасила. И мне кажется, что это просто какой-то позор. Собственно, вот этот список авторов, которые попали в мой List of Shame. Не потому что, естественно, у меня какие-то проблемы с автором, а просто вот мне нравится их стиль, поэтому я покупаю их раскраски, но не всегда успеваю их затронуть. И я решила, что пора бы уже с этим что-то сделать и затронуть хотя бы некоторых авторов, потому что наверняка всех я не смогу затронуть в одном видео, это было бы очень долго. Так что я надеюсь, такое видео поможет мне хоть чуть-чуть убавить мой позор. Как вам такие идеи для марафонов? Было бы интересно вам посмотреть видео на эту тему. Может, у вас есть еще какие-нибудь интересные идеи для марафонов? Пишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну а теперь я покажу вам некоторые из своих коллекций. Например, у меня есть коллекция фигурок от Pop Mart. Pop Mart это производитель, фигурки которого можно покупать на AliExpress. Но их коллекции продаются в так называемых blind боксах. То есть вы покупаете коробочку из какой-то коллекции. Вы знаете, какие фигурки в этой коллекции, но какая конкретно фигурка вам попадется, вы не знаете. И, естественно, вам может попасться повтор. Я не очень люблю эту систему, но из этого есть выход. Это покупать сразу большую коробку, где будут содержаться фигурки из полной серии без повторок. То есть, например, если в коллекции 12 фигурок, то вы сразу покупаете 12 коробочек, и вам отправляют целую упаковку. И когда вы их скроете, вы узнаете, что вы получили абсолютно всю коллекцию без повторов. И, собственно, так я покупаю все свои коллекции. У меня несколько коллекций, каждая из которых стоит на своей собственной полочке.
Наверное, у многих возникнут вопросы, что наверняка на это уходит очень много времени, чтобы их каждый раз вытирать от пыли. Но эти фигурки виниловые полностью, поэтому я просто беру каждую фигурку и промываю ее под краном. То есть мне не приходится тратить очень много времени для того, чтобы вытирать с них пыль. Раз в месяц я просто беру каждую фигурку, мою ее под краном, протираю полки, ставлю обратно. Вот и все. То есть, чтобы следить за этой коллекцией, не требуется много времени. Также я коллекционирую персонажей из серии игр Assassin's Creed. Это была моя самая первая коллекция фигурок. И на данный момент у меня не хватает только одной. К сожалению, одной из самых первых. Потому что я начала довольно поздно их коллекционировать. Уже много лет спустя после выхода первой игры. Ну и последнюю коллекцию, которую я покажу, это коллекцию раскрасок, а именно как я их храню. Мои раскраски хранятся в двух идентичных шкафчиках по сторонам от моего рабочего пространства, от моего шкафа-трансформера. И они стоят за стеклом для того, чтобы не пылились. Также я поделила свои раскраски по странам. Я подписала каждую полочку и, собственно, делю их именно таким образом. По такому же принципу я поделила свой трекер раскрасок по разделам, по странам. И таким образом мне очень удобно и легко найти какую-либо раскраску. Мне такая система комфортна. Если у меня появляется какая-то раскраска, мне не нужно передвигать, перемещать все местами. Практически на каждой полочке у меня есть свободное место. И если я, например, купила корейскую раскраску, я просто поставлю ее на полочке, подписанные как корейские книги. И таким образом у меня нет полностью забитых полочек, и все очень легко, удобно, комфортно достается. Но на этом у меня все. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.